ощущение, что мы можем при помощи этого струнного транспорта добираться в любую точку планеты. Мне не совсем понятно, как это будет осуществляться через океан. Ну, хороший вопрос. То есть вы же понимаете, что как и мобильная связь, и мобильный интернет, он не разом появился и не разом распространился по всей Земле. Понятно, что сначала будут возникать локальные трассы. То есть они будут в Юрмале, в Друскиненкае, в Таллине, в Риге, в Вильнюсе, ну и дальше поехать. В Челябинске, да, вот тут говорят, что первый проект. Вот. Другое дело, что сейчас именно создана система, которая унифицирует все. То есть из-за того, что сегодня появляется универсальное вот это мобильное пространство, то есть если говорить таким инженерным языком, сначала будут возникать точечные адресные проекты. Мы о них много говорили. Перевозки угля в конкретном месте, с конкретной точки в конкретную точку. Перевозка пассажиров, там вот такие пассажиропотоки, как там в Индии, допустим, где миллион пассажиров в сутки есть возможность, там во Вьетнаме. Но сегодня создана система, которая будет унифицирована. И она будет постепенно, вот как, где бы один километр трасс не создавался, это все единая сеть Транснет. И сеть Транснет, она оформится только тогда, когда она замкнется вообще в единую сеть. И через океан, для того, чтобы с континента, допустим, Евразии попасть в Северную и Южную Америку, не обязательно ехать через континент. Есть еще Берингов пролив, где всего 60 километров, и пройти одним пролетом 60 километров, это, в принципе, решаемая задача. Но другое дело, что в инженерной школе Юницкого, который создает, и это еще есть в его трудах 30-летней давности, он реально показывал уже технические решения, когда можно делать трубы с нулевой плавучестью на глубине до 60 метров, и, соответственно, по ним перемещаться уже с большими скоростями. Но, естественно, что это не первого этапа развития технологий. То есть сначала она будет развиваться в обычных условиях, потом она будет все в более сложную среду уходить, и в том числе через океан. Если вы говорите с технической точки зрения, эти решения есть. И в какое-то обозримое будущее они будут реализованы. То есть, если говорить о сети Транснет струнных дорог, да, она пойдет в том числе и по океанам, такое решение есть. Сказать, что это будут первые решения, нет, это будут не первые решения. То есть сначала это будут сети, которые по континентам, потом сеть соединится через Берингов пролив, а со временем, но по срокам я могу сказать, что это трудно сейчас с точки зрения практикующей футурологии утверждать, но я думаю, что это реально где-то 10-15 лет. Когда сеть замкнется, и действительно из любой точки Земли в любую точку Земли можно будет перемещаться в своем персональном юнибайке.